Всем привет! Наш сегодняшний обзор посвящен многофункциональному устройству Epson L3060 из новой линейки «Фабрики печати». Как вы уже заметили, изменился дизайн чернильных доноров. Теперь ничего не снимается, не болтается, чернила как будто спрятаны внутрь самого принтера. По сравнению с прошлыми моделями, длина устройства сократилась на 4 см при том же объеме доноров. Панель управления здесь подвижная, кнопочная. Сначала может немного пугать, что нет ЖК-дисплея, но в принципе даже с ним можно настроить Wi-Fi соединение, чтобы подключиться со смартфона. И вот вам уже доступны практически все функции, которые вам нужны. Кстати, в этой модели появилось подключение Wi-Fi Direct. В описании видеоролика вы найдете ссылку на видеоинструкцию о том, как настроить Wi-Fi соединение на модели, где нет дисплея. Печатается скоростью 10 монохромных и 5 цветных страниц в минуту по международному стандарту. Фото 10 на 15 будет готово за 69 секунд. Разрешение печати 5760 на 1440 точек на дюйм. Размер капли 3 пикалитра. Фотографии печатает без полей. Модель получила верхний загрузочный лоток вместительностью до 100 листов обычной плотности. Максимальная заявленная плотность 256 граммов на квадратный метр. Сканер имеет разрешение 1200 на 2400 dpi. Понятное дело, что здесь больше ничего и нет. Это модель для печати текста, изображений, фотографий для домашнего архива. То есть подойдет для дома и для офисной работы. Для профессиональной печати фото 4 цветов все-таки мало. Хотя, судя по стоимости этого аппарата, производитель считает, что отбивать затраты на покупку этой модели нужно никак иначе, чем именно коммерческой печатью в больших объемах. По сравнению с аналоговыми картриджными моделями, цена в 2 раза выше, что обусловлено именно встроенными донорами СНПЧ. Официальная гарантия составляет 12 месяцев или 30 тысяч отпечатков. Ну а на этом мой обзор окончен. Заходите на оригиналом нет, мы точно знаем, какой принтер подходит именно вам. До встречи!